Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и я поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом, который, я уверена, что принесет вам много чудес исполнения желаний. И благодаря компании Oriflame наша жизнь становится ярче и интереснее. И сейчас я буду презентовать новинки каталога номер 17, который у нас вот-вот уже стартует. И что особенно примечательно в этом каталоге, конечно же, аксессуары. И начну я потрясающей коллекции Ingrid, в которую включает в себя стильную сумочку. Обратите внимание, какая у нее удобная форма. Она на замочке. Внутри отделений нет, просто одно отделение. И на очень удобном съемном ремешке. Чем эта сумка привлекательна? То, что передняя ее часть отделана мехом. Это очень красиво и очень модно в этом сезоне. К этой сумке у нас есть два пончо. Одно черное с молнией впереди, то есть оно просто как накидка одевается на любой наряд. И белое. Вы можете выбрать для себя, конечно, мне понравился, естественно, белый, потому что очень здорово под черные волосы оттеняет. Оно такое уютное и мягкое. Я рекомендую, конечно, вам такой штучкой себя побаловать как раз в зиму. А еще представлю одну коллекцию, которая мне очень понравилась. Черный бриллиант. Это шикарное кольцо, такое объемное, гламурное. И пара серег, которые просто вот, переливаются, играют и сияют. Вы будете на любой вечеринке яркой и заметной. И в этой коллекции... О, сюрприз! Это сумка. Черный бриллиант. Посмотрите, какая она шикарная. Честно, на картинке я думала, что это клатч, когда я посмотрела каталог. Обратите внимание, самая эффектная деталь на этой сумке. Сейчас это очень модно и очень трендово. Чем мне эта сумка понравилась? Это, вы не отличите ее от кожи. Очень четко сделана, настолько красиво, качественно. Она со всех сторон черная, удобная ручка, съемная. Посмотрите, какой оригинальный замочек. То есть это не обычный карабин, а очень такой стильный, модный. У нее удобная длина, то есть когда вы ее одеваете, она как раз прям лежит хорошо под рукой. И внутри. Внутри, конечно, это просто супер. Большой карман на молнии и два кармана для мелочи возможной. Потрясающая сумка. Это, конечно же, как раз то, что я хотела. Я могу просто вот сравнение показать. Сумочка, с которой я сейчас хожу, она мне очень нравится, но она была бы чуть-чуть побольше. И вот именно это то, что я хочу. Смотрите, какая прелесть. Поэтому я себя точно побалую такой сумочкой. Ну и надеюсь, вы тоже. Будем с вами модные. В серии Богемия у нас представлена косметичка. Обратите внимание, как она сделана. С одной стороны, это черный бархат, а с другой стороны, отделана золотыми пайетками и молния с кисточкой. Молнию открываем, и внутри у нас черный атлас. Потрясающе красивая косметичка. Если вы как раз думали, что пора бы обновить и взять себе новый аксессуар, то время пришло. И в этой же серии Богемия у нас есть пара серег, необыкновенно модных, с висюльками. То есть это сейчас очень трендово и очень модно. Смотрите, какая шикарная длина, и они так игриво, так, да, вот, щекотят нам шею, достают до одежды. То есть это очень сексуально. И сейчас это просто писк. И необычное ожерелье. Смотрите, чем оно необычное. У нас оно состоит из трех частей. Передняя часть, да, мы ее будем видеть на фасаде, так сказать, да, на груди. И изюминка в том, что на спину у нас падают две цепочки. Очень красиво и очень необычно. Еще у нас одна новинка в таком красивом розовом мешочке гламурном. Потрясающий шелковый платок. Он очень красивый. У него такой оптимальный размер. Можно на шею повязать и на голову. Потрясающе красивая расцветка, которая дополнит любой наряд, любой гардероб. Ну, конечно, вы можете пофантазировать и делать это какой-нибудь на голову, как аксессуар, на шею, на ваше усмотрение. И завершает у нас аксессуары. Такая сумочка для
ну, можно для банной принадлежности, можно дорогу взять. Да, на что хочу обратить внимание, что здесь клепка, она не на молнии, она на клепке. У сумочки по внешнему контуру расположены кармашки. Здесь их много, кармашков, они отстрочены. Тоже можно положить разные мелочи и щеточки. И внутри она очень объемная. И у нас здесь уже нас ждет щеточка, пилка для пяток. Оригинальная, просто необыкновенная мочалочка, которая у нас растягивается. И внутри сумочка у нас уже идет без кармашков, но есть зато есть кармашки по бокам. Вот такая вот удобная вещь, которую можно взять с собой в дорогу и в баньку, если вы собираетесь, тоже будет очень классно. Дорогие мои зрители, я благодарю вас за внимание, за то, что вы весь 2016 год были на нашем канале. Я хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты осуществились, чтобы 2016 год завершился на высокой ноте, чтобы планы стали реальностью, чтобы вы встречали Новый год по отбой курантов с фужером шампанского, и чтобы ваши глаза сиялись и сердце билось от счастья, от того, что вы просто прожили яркий, интересный год, и чтобы вы поставили все новые планы на 2017 год. И желаем вам всего самого-самого классного, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, уютно, гармония и достаток. И будьте с нами. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.